Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шошо Игры. И история Пигги продолжается. Книга 1, глава 10. Торговый центр. Они убежали! Торговый центр? Почему они спрятались именно тут? Итак, ребята, мои друзья со мной, Гаргамель, Нуржан. И сейчас мы будем искать того, кто за нами следил. Эй, мы тебя найдем! Ты где? Ты кто? Ребята, давайте искать их. Я не знаю, он один или их много, но мы должны их обнаружить. Так, ребята, смотрим. Торговый центр, конечно, отличное место, чтобы прятаться. Потому что тут так много всяких комнат, всяких коробочек, всяких полочек. Прячься не хочу. Вот ключик, фиолетовый. Так, давайте откроем сейф. Я помню, там был фиолетовый цвет. Вот, открываем, что внутри? Пистолет! О, ребята, если мне понадобился пистолет так быстро, то, скорее всего, тут будет очень опасно. О, кто это? Кто это? Ребята, смотрите, это кто? Свинорубот? Это что, свинорубот? Прости, мне пришлось выстрелить. О, это свинорубот такой серенький, знаете, его не так просто разглядеть. А это что такое? Мышь? Ребята, смотрите, вентиляция мышь. О, я первый раз вижу такую мышь. Ха, мышь, робот. Вот это да. Так, давайте посмотрим. Я взяла пистолет, потому что мне страшно. Если это мышь как-то на меня нападет, я ее застрелю. Так, здесь нет никого. А, вот она! А! Вот так тебе. Как хорошо, что я взяла пистолет. Смотрите, это инфицированная мышь. О, ребята, я и так-то боюсь мышей, а инфицированных и подавно. Так, ребятушки, как тут страшно в этом торговом центре. Но мы должны отыскать, кто за нами следил, кто подглядывал за нашим разговором. Ой, как хорошо, что у меня есть верные друзья. Гаргамель и Нуржан опять помогают мне. Я бы с мышью и с этим свинороботом точно не справилась в одиночку. Так, ребята, может быть, пистолет? Я прям боюсь, так возьму пистолет и пульки. Да, в этот раз, конечно, мне пришлось стрелять уже 2 раза, и, может быть, придется стрелять 3-й раз. Я должна себя защищать, и своих друзей тоже. Так, ребята, я надеюсь, что... О, смотрите, этот свинорубот, он когда выходит из темноты, его сразу-то и не видно. Вот это коварство, вот это да, специально так сделали, чтобы его не рассмотрели. Смотрите, стоит... Ой, я надеюсь, что он сейчас не отмерзнет. Я его заморозила. Так, ребята, 20 секунд, это не так много, нужно торопиться. Сейчас этот робот придет в себя и опять начнет охоту за нами. Так, а где мои друзья? Неужели они попались? Ну уже. Так, я должна положить эту дощечку, чтобы было больше места ходить, убегать, знаете, больше маневра. Потому что если меня будут преследовать, то будет куда убегать. Да, я, конечно, очень волнуюсь за своих друзей. Ну, хоть кто-нибудь покажите. Ого, Нуржан в порядке, ура. Как раз я положила лесенку, и она теперь может спокойно убежать от вот этого свиноробота. Так, ну понятно, свиноробот бегает за Нуржан. А мышь, наверное, охотится за Гаргамелем. А я выполняю задание, ребята. смотрите. Как я ее не видела. Я ее вообще не видела, ребята. В последний момент я заметила эту свинятину. Это я напугалась. Фух, я думала, все, моя песенка спета. Пойду отнесу травку Зизе, чтобы она помогла мне с этими инфицированными товарищами. Пусть тоже поработает. О, смотрите, как он близко ко мне подошел. О, Зизи, помогай, Зизи, вот тебе травка, пожалуйста, спаси, помоги. Фух, спасибо тебе, Зизи. А без травки, правда, она совсем не помогает. Ну ладно, хоть с травкой помогает. Так, берем зеленый ключик и идем открывать зеленый замочек, потому что за мной гоняются вот эти инфицированные животные, и я совсем не могу сосредоточиться на всех своих делах. Итак, у нас тут игровая комната. Здесь нужны монетки, жетончики. А где их найти? Так, здесь нет, тут нет. Все понятно, теперь нам нужно искать жетончик для вот этой вот игровой конструкции. Так, ребята, не вижу жетончик. Конфеты, везде сладости. Это что, супермаркет сладостей? Торговый центр сладостей? Тут не было написано, что это сладкий домик. Было написано, мол, торговый центр. Но что-то я не вижу. Тут, знаете, ни платьишек, ни штанишек, ничего тут такого не продается. А только конфеты. В коридоре конфеты. Так, Нуржан вижу там внизу. Ура, с ней все в порядке. Но вот Гаргамеля давно не видела. Ух, переживаю за него. Ох, я переживаю. Нуржан, ты не видела Гаргамеля? Пойдем со мной. Так, Гаргамель. Нет, Гаргамеля нигде не видно. Я думаю, что все, Гаргамель попался. О, Нуржан нашла монетку. Пойдем, опустим монетку. Интересно, что нам даст вот этот вот аппарат? О, белый ключ. Неужели мы прошли? Нуржан, пошли. Я знаю, где замок белый. На втором этаже. Неужели мы так быстро справились? А, вот это да, вот это класс. Здорово, ребята. Вот он белый замочек. Я надеюсь, что у нас не будет никаких сюрпризов. И я надеюсь, что мы справились с нашим заданием. Эй! Ты кто?
Кто это? Кто это? Джордж? Джордж, это ты? Вот это да. Откуда вы знаете, кто я? Кто вы? Я бабушка Шошо, а это Зизи. Ты знаешь этого ребенка? Это тот, кого я очень долго искала. Джордж, почему ты сбежал? После того, как моя семья посетила госпиталь, они все изменились. Они стали страшными. Я пришел сюда посмотреть за своей бабушкой. Но все выглядели страшно. Поэтому я спрятался. Джордж, с нами ты в безопасности. Увижу ли я свою семью снова? Я так скучаю по ним. Джордж, мы найдем того, кто это сделал. Я тебе обещаю. Зизи вернулась, и она с друзьями. Зи, Зузу, это Джордж и бабушка Шошо. Бабушка Шошо выглядит так мило. Зизи, бабушка Шошо, мы обнаружили след вертолета. Да это же мистер Картошка. Мне нужно пойти и увидеться с ним. Зизи и я, мы отправимся с тобой. Что? Ну ты же только что вернулась. Я скоро опять вернусь, обещаю вам. Пожалуйста, позаботьтесь о Джордже. Что ж, ребята, остановим его раз и навсегда.